Возможности онлайн-сервиса не ограничиваются только оформлением пенсии. Также любой работающий гражданин, зарегистрировавшись на сайте пенсионного фонда, может при помощи специальной программы рассчитать размеры будущей пенсии. В личном кабинете гражданина можно в персонифицированном калькуляторе рассчитать свою будущую пенсию. И показатель будет максимально приближен к реальности. Почему мы говорим персонифицированный калькулятор? Потому что он содержит уже две части. В первой части отражается та информация, которая уже собралась на вашем лицевом счете. А во второй части вы, скажем так, заносите информацию сами, прогнозируя то, как будет развиваться ваша жизнь. Размер зарплаты, сколько еще будет трудиться до пенсии. Если это женщина, значит, запланирован ли выход в декрет и прочее. Он достаточно простой, и можно рассчитать свою пенсию. Для того, чтобы получить пенсию или узнать о состоянии своего пенсионного счета, не выходя из дома, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, затем заполнить соответствующую форму, указать адрес электронной почты и номер телефона. Все это можно сделать на едином портале Пенсионного фонда.